Дорогие друзья, сегодня 15 февраля 2023 год. Я вернулся из Москвы. Сейчас я вам шлю привет из славного города-героя Смоленск. Я сегодня приехал для того, чтобы забрать в онкоцентре в Смоленском стекла, простывший, набрался из последних сил. Прошлая неделя меня немножко подкосила, но ничего, креплюсь, держусь. Вот, сегодня заберу свои стекла, и потом уже следующие мои этапы буду направляться в Москву, для того, чтобы мне дальше проводили обследование и лечение. Вот, но немножко вам покажу чуть-чуть еще раз Смоленск. Красивый город, мне очень нравится. Ох, хамство некоторых врачей, оно, конечно, заставляет чуть-чуть немножко поволноваться. Но ничего страшного, мы это преодолеем. Ребят, спасибо вам всем. Спасибо всем, что вы со мной рядом. Спасибо, что вы меня не бросаете, а следите за моим здоровьем. Вот у меня на губе, если там видно, сейчас простуда. В общем, непонятно что. Ну ладно, я держусь, креплюсь. Скоро будет, как я вам говорил, ну, такая маленькая интрижка. То есть вы сможете посмотреть кое-что обо мне, узнать больше. Но об этом я вам сообщу позже. Всем пока!